Дон Грачёза, нахуя тебе борода, блядь? Ой, нравится. Растет. Не, вот когда ты, блядь, осознанно понял, что тебе нужна борода? Ты что, без бороды ходил? Я ходил с бородой, блин, когда она только начала расти. Блин, ты, по-моему, вот когда ступа умер, ты был без бороды. С бородой. Уже с бородой. Конечно. Она, наверное, была небольшая. Ну, она была пидористическая такая, узенькая, маленькая, такая красивая. Но мне это уже не нравится. Это сколько, считай, уже 3 года ты с бородой шастаешь? Ну. Это вот как-то связано? Да не 3 года, я шастаю, блин, лет с 18, наверное. С бородой? Да. Да хорош ты. Да. С 18 лет с бородой и, ходишь? Ну, правда, с такой делал всякие... Львивии, пантерии. Всякие, да. Мальчик с бородой. То, как у Лэми, нахрен. Мальчик с бородой, маленький старик. Да, я помню, на ступу тоже сказали, в каком-то кафе сидели, на него мальчик с бородой, ёпта, нахуй. Ну, это очень давно было, бля, прикольно. Я, ну, еще, бля, куртка, рефраф, нахуй, это вся хуйня. Не, ну вот я даже не знаю, я вот когда вижу там 14-летних парней с бородой. В 14 лет какая там борода? А сейчас же оператор. Там еще, блин, лапки нихуя не растет. А ты говоришь, борода, что просла в 14 лет. Ты знаешь, что сейчас операции такие проводят. Какие? В косметических кабинетах. Чтобы борода не росла? Нет, чтобы борода росла. Вот да. Приходит туда 14-летний подросток, платит бабки, а ему там делают косметическую операцию. Бороду вот такой, как ты, приходит, блядь, ему надо бухануть. Он говорит, берите мою бороду, тебя отбашляли там 1010, бороду у тебя вырвали нахуй. А тому 14-летнему припиздячили. Вообще нормально. Вот ты, блядь, без бороды, надо но сходить. С бабками. А без бороды мне сигарет в магазине не дадут. Но он тебя уже расти не будет. Это плохо. Тебя вместе с кожей снимут, ему прихуярят. И нихуя, на кого же я буду похож? На Iron Maiden, что ли? Ну, прикинь, идет такой молокосос с бородой. Вот тебе не дадут сигареты в ларьке, а ему дадут. Сука, я буду, блин, очень огорчаться. Да я гоню. Да я понимаю. Вчера подходили два типа, блин, возле Краснобелого. Говорят, дядь, купи сигареты, там убы с меня ростом. Дядь, купи сигареты. Я говорю, а что не дают? Без паспорта не дают. Я говорю, блин, ну давай. Вот поэтому надо бороду отращивать. А если бороду отрастил, дали бы? Все дают. Все дают. Это борода как пропуск везде. Ну да, да, да. Да, и усики, пропуск. И усики. Пропуск в трусики. Борода, усы и баки. Признак ебаной собаки, блядь. Признак знатного ебаки, блядь. Борода, усы и баки. И усы, как у ебаной лисы, блядь. И баки, как у собаки. Да, да, да. Так, все, что ты хочешь пожелать молодежи, чтоб носили бороды. А вот Петр Первый бороды рубил. Только чтоб не долбились в голову, ё. Бороды рубил, таскал бояр за бороды. Да он сам голубой, ёптать, был, что ты не видел. Кто? Петр Первый? А кто, ёпта, посмотри на него, ёпта, он похож на Борю Моисеева, ёпта. Кто Петр Первый? Ну, на Филиппа Киркорова, ёпта. Голова шире плеч, блядь. Плечики узенькие, жопа широкая. У него глаза на выкате. Да. Мужиков одел в колготки, нахуй. Ну, что это, нормальный человек. Ну, по моде, человек, по заграничной. Да, охуенно. Пусть кукарекайте ходите. Пизда России. Так что получается, Петр Первый пидорас, что ли? Ну, я думаю, склонен к этому был. Может быть. Или в те времена это вообще за положняк было? Да я не знаю, как. В те времена я ж не жил. Ё. Это так же, как у тебя это, с яйцами сладких стариков такая же. Ну да, наверное. Ладно, ёбнуть надо. Загрузил, ёбнуть. Хуйнёй всякой, блядь, вопросы задаешь тут какие-то, ёбнуть. Тут шарабан нихуя не варит. Вообще не варит. А то трезвый, как дурак дураком себя ощущаю, блядь, вообще непривычные ощущения. Ну ладно, давай. Ага, зови Тарамбоза. Да, точно, конечно, за него. Да, конечно.